В Владивостоке начался второй международный Тихоокеанский театральный фестиваль, который продлится до 7 октября. Он является значительной частью и центральным событием государственной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. В этом году фестиваль посвящен памяти Валерия Шадрина, создателя международного театрального фестиваля имени Чехова и автора творческой программы Тихоокеанского. Сегодня мы открываем для себя новые страны, открываем для себя новые театральные культуры. То, что мы предполагаем показать публике в Владивостоке, это искусство высочайшего класса. В программе фестиваля 10 спектаклей разных жанров из стран БРИКС, Юго-Восточной Азии и Европы. Например, кубинский театр современного танца, южноафриканский танцевальный реквием, русский драматический театр из Армении, а также фееричный балет с примой балериной Большого театра Светланой Захаровой в костюмах от легендарного модного дома «Шанель» и другие. Отметим, что фестиваль организован при поддержке правительства Приморского края. Для нас очень важно, что уже второй раз в этом году проходит в рамках фестиваля образовательная просветительская программа. Это действительно важно для студентов, для артистов, для людей, так или иначе имеющих отношение к театру. Откроет фестиваль Кармина Бурана, одно из самых знаменитых симфонических произведений всех времен. Сложная многоплановая структура хореографии превращает спектакль с участием оркестра и хора в красочное шоу. Мне хотелось, чтобы каждый сам попытался понять и унести после спектакля что-то свое. Я надеюсь, что вы посмотрите и оцените, и каждый останется с кусочком этого произведения. А настоящий подарок из Вьетнама преподнесет театр Тханг Лонг, самый известный в мире водный театр кукол, который считается шедевром мировой культуры. Кстати, из Вьетнама привезут специальный бассейн, рассчитанный на 40 тонн воды. Это искусство очень особенное, оно имеется только во Вьетнаме, зародилось в X веке, и мы очень хотим познакомить российских зрителей с ним. Первая особенность – это то, что для нас сцена – это поверхность воды. Вторая заключается в самих наших куклах, они из дерева, они из ткани, как везде. Организаторам удалось собрать сильную программу. Зрителям будет чему удивиться, поскольку привезли то, чего еще никогда не было в России. Вы столица не только Приморского края и не только Дальнего Востока, а сегодня в эти дни столица всей нашей театральной страны, а также, поскольку это международный фестиваль, я считаю, что это должно стать важной точкой на карте театральной мира, этот фестиваль. Это то искусство, которое сложно описать словами, его нужно обязательно увидеть. По словам губернатора Олега Кожемяка, правительство края приложит все силы, чтобы данный фестиваль стал доброй традицией и новой визитной карточкой культурной жизни Приморья. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.